Всем привет! И сегодня... Вау! Аж даже не видно тебя из этой большущей коробки! Это какой-то нерф, инфитус, да. Что это такое? Что, пацан какой-то здоровый, слушай, он больше, чем ты, явно какой-то лет 16-17. Мне только 10. А что это такое, я не понял. Это автоматическая пушка. Автоматическая, то есть не такая, как всегда, что там да, заряжаешь? Да, то, что там стрельну один разочек, потом открыл, заснул патроны, потом закрыл, потом опять что-то потемнело. Это не то? А что же это? А что? Просто вставил батарейки, нажал на волшебную кнопку и стреляешь. Автомат на кнопке на электричестве на батарейках Nerf. Я такой первый раз вижу. Elite and Strike. Что он умеет? Что тут? Давай. Он умеет стрелять. Это самое главное. Ага, вот тут показано, как все происходит. Тут можно, смотри наверх. Тут можно сзади, вот в этом отсеке, засовывать туда штук не по 10 раз тут. Открывать, закрывать, открывать, да? Вот этот барабан огромный. То есть, сначала в огромный барабан засовываешь кучу патронов. Да, и потом стреляешь. И потом еще туда вот через верхнее отделение еще можно засовывать патроны. И так вот стрелять. И стреляет он на батарейках, работает не надо, ничего перезаряжать, просто. Да. Это новинка. Это что-то новое в нерфах. Слушай, открываем. Надо срочно открывать и спидовать. Да, но сперва надо батарейки найти. Батарейки найти? А сколько это стоило, игрушка? А ну. Сначала стоило 65 евро. 65 евро за автомат? Ну, была скидка, и мы купили за... 40 евро. За 40 евро мы это купили. Люди, вы верите, что это за 40 евро можно купить вот такой аппарат? Сейчас мы его вытащим и покажем, что он может. Патроны. О, связка, конечно, там же барабан такой автоматный. Потом коробка от яиц. Вот как это делается. Высыпается. Инструкция высыпалась, что-то не высыпается. Появляется мега пупер автомат. Ха-ха-ха. А это что такое? О, это как раз барабан. Да. Ух! Обалдеть. Ну покажи, что он там. Какие-то дырки непонятные. Это, наверное, чтобы барабан туда засовывать. Так, а ну я смотрю, что тут. Сам барабан. Автомат. Ого, слушай, да он такой гигантский. Да это же взрослый. Да нет, дед. Под взрослого человека. Он большой. Нет, вау. А барабан какой. Вы посмотрите только, какой барабанище вот здоровенный. Рука? Да он больше твоей головы. А ну приклади к голове. Не, меньше. Чуть-чуть меньше. Вот это барабанище. А сам автомат в руки? Сам автомат в руки. О, и он тяжеленький. Круто, круто. А ну, а как это присобачить этот вот барабан вот к этому вот аппарату? Надо посмотреть. В инструкции? Тут нет? Патрон. Нет, тут патрон. А, вот тут показано, как патроны типа, закладывать. Это... Нет, это типа патрон. Ага. И в какую сторону. Вот, тут написано. Нарисован. Тут нарисована стрелочка. В какую сторону стрелочка? То и в каком направлении вставлять? Что это получилось? Ой! Ай-яй-яй, мне страшно. Вот такой вот. Зацените, а? Кому понравилось? А ну, лайки ставьте немедленно прям. А, тут еще... Прям, знаю, пожалуйста, зачем... ставьте лайки, кому понравилось. Я не знаю, зачем этот отсек, но... Ну, наверное, чтобы пули вылетали, гильзы. Да не, ну смотри. Ну, можно ее закрывать, а можно открывать. Интересно. Сейчас будем разбираться. Может, прочитаем инструкцию? Ну, вот так вот смотрится... А, еще тут блоки рам. Ага. А батарейки куда засовывать? Наверное, в приклад. Вот сюда, сзади, в черную эту часть. Да. Вот тут болтики. Так, есть батарея. 4 штуки надо нам. Отвертка. Надо сначала
инструкцию. Вау, вот такой вот. Смотрите, тут есть такие вот предохранители, чтобы случайно не стрельнуть. Это чтобы работал сам автомат. А, электричество, чтобы подавалось. А, да, а курок, это чтобы кнопка, стрелять, это ясно. Это кнопка включения, она на пружине. А это чтобы стрелять. А, такой два в одном, чтобы оно гудело, работало. Это чтобы снимать, я так думаю. Ага, да. Вынимается вот это магазин. Переднее, это чтобы вынимать магазин. А впереди вот тут вот что-то двигается у него? Нету подвижных частей, нет. Все автоматически. Автоматический автомат. Так его назвали автоматом, потому что он автоматический. Круть. Вставляем батареи, посмотрим, что получится. Да. Патроны заряжены, покажи. Во. Целый барабан зарядил Валентин. Батарейки вставлены. И теперь момент истины наступает. Будет работать или не будет. Вот ради чего и покупаются игрушки, да, и делаются обзоры. Не просто... Так, это кверх ногами такая получается штукенция или что? Я не знаю. Не знаешь. Так. О, вот. О, подожди, теперь как бы проверить, или оно работает? Включаешь. Ну давай в холодильник там или куда у нас там холодильник. Не работает? Может надо... О, тут что-то подкрутить. Так, а я знаю, отверстие должно быть закрыто. Вот с этими патронами, дырками, оно открой и закрой. Сейчас. Нет, не работает. А если закрыть? Так. Хорошо. А если покрутить в барабане, там это трещоточку? Вот тут есть такая трещоточка специальная, она должна может покрутиться, чтобы лучше патрон первый зашел. Оно? Нет, не фурычит. Слушай, у меня есть подозрение. А вдруг батарейки старые? Может, все дело в батарейках? Да. Надо их проверить на вольтность. А ну в комментариях напишите, кто знает, как проверять батарейки. А мы сейчас попробуем это сделать сами. Проводим первое испытание. В качестве испытания у нас наша любимая панда. Пандочка. Ну давай. Так вот он стреляет. Да. А ну. Больно! Валентин проверил вместо меня, вместо панды меня. Еще раз попробуем вот такого ракурса показать, как оно и об стену стукается, и панда. Все, магазин пуст. Нет, не пуст. Еще есть? Да. Ага, во, когда пустой, но он так сильно загорается, лампочка желтенькая становится, желто-красная. А панда у нас живая, веселая, смеется. Ура, привет, панда, ха-ха-ха. Экспериментальным путем мы установили, что панда наша живая. Пульки стреляют достаточно больно, это папа проверил. А теперь Валентин проверяет, для чего у нас вот это вот отверстие. А, я еще проверю, если работает. Да, как оно работает? Вот давай, вот сюда засовываются патроны, да. Если барабан у нас или полный, или что-то там заклинило на поле боя, да? Так вот. Смотрите. Опа. И он сам засасывает. Сам... Засасывается туда, в середину там заряжается. И куда он девается? Он девается в барабан. Заряжается вот так вот простенько, смотрите, можно заряжать двумя... А ну покажи мне барабан. Сейчас. Видали? Можно или барабаном заряжать. Вот он тут заряжается. Это они сейчас всего тут влезает 30 штук, поэтому они вначале сначала там прячутся. Ну-ка. Кнопку надо нажать. А, только лампочки не подстрели. О, и вот смотрите, он заряжает их сюда в магазин. Сам заряжает. Ваша задача только вот сюда в дырку засовывать. Всего влезает 30 штук. И можно или вручную, или автоматически заряжать.
и потом, да, и потом так быстро отстреливает, и стреляет быстро, и главное так больно. Он сразу, как только вставляете, видите, он, у него есть функция сразу джинь догонять патрон первый в патронник, да, туда, в ствол. И загорелась зеленая лампочка о том, что у нас барабан вставленный. Если барабан не вставлен, оно работать не будет. Ну и так 30 штук. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. А то я вас пострелю. Подписывайтесь на канал.